прятаться от налетов, от бомбежек, от всех. Деток выводил, заводил всегда, чтобы ну, погуляли они. Потому что ну, в бомбоубежище сидят долго. Надо же свет увидеть. И моя была ответственность помогать детям погулять чуть-чуть там, посмотреть, а потом снова опуститься. И вот буквально как раз они поужинали. Батюшки с храма помогли, дали покушать. Угу. Деток очень много, все маленькие, всем нужна помощь. И получается, только я их, вот, как бы можно сказать, вот только завел, осталось там 2-3-4, может, девочки наверху. И она как раз как начала вот это все. Но я девочек как-то с собой как бы типа прикрыл, чтобы они забежали. А себе вот получилось, как получилось.